Персонажи сериала – братья и сестры, Кюнейт Мети, Архан Эрен Мушшенгюль и отец Айбики, Агулкан и Умуткан. Он сострадательный и добросердечный человек. Он желает счастья своей жене, детям и племянникам. Хотя время от времени он сердится на Шенгюль, он всегда любит ее. Когда он вместе со своим братом Вели идет в мечеть, они застают там Эмера, и тот обещает брату никому не рассказывать об этом. Однако в будущем он рассказывает этот секрет Кадиру. В 17 серии в нее случайно стреляет Амер, и ее парализует. Некоторое время он был прикован к инвалидному креслу, но позже снова смог встать. Он работал в Атаманском колледже, сначала уборщиком, а затем финансовым консультантом, но его снова уволили с работы, и он вернулся к работе уборщика. В 34-м эпизоде он полностью уходит из колледжа, потому что случайно столкнул Небахата вниз, и начинает работать в супермаркете, но через некоторое время его увольняют. Тогда он решает работать в пекарне. Ему негде остановиться, поэтому он начинает жить в ресторане Гюнюль, а затем начинает работать в ее магазине. В 54-й серии он разводится с Шенгюль. В 57-й серии он женится на Гюнюль. Позже он решает развестись с Гюнюль, но когда Гюнюль лжет, что она беременна, он сдается, но когда узнает, что Гюнюль не беременна, решает развестись снова. Затем он разводится с Гюнюль. В 82-й серии он снова женится на Шенгюль.